Мы все знаем, россияне, что у нас весной 2024 года будут перевыборы нашего президента Владимира Владимировича Путина. Но мы считаем так, россияне, что этого делать нам не стоит. Другого президента нету альтернативы. И, во-вторых, лучшего президента у нас не будет. Владимир Владимирович все делает для того, чтобы наша Россия была богатой, счастливой, красивой. Он старается для людей. Все им довольны очень. В общем, Владимир Владимирович, я считаю так, что он должен у нас снова переизбираться и снова идти на дальнейшие выборы. В 2024 году избирать мы должны только Путина Владимира Владимировича, поскольку альтернативы ему мы вообще не видим в России, никого. И вот я недавно читала исследования зарубежных там аналитиков. 133 страны в мире хотят, чтобы у них президентом был Владимир Владимирович Путин. А уж мы, россияне, мы за него будем голосовать обеими руками. Я считаю, что в 2024 году должны выбрать очередной раз Путина, потому что на нем все стоит. Без него мы не знаем, что с нами будет. Все основания для того, чтобы он был, должны быть на месте. Это только за него надо голосовать. Выберем его очередной раз. В 2024 году, я считаю, это мое мнение, что никто, кроме Владимира Владимировича Путина, не может быть переизбран на этот пост. Потому что кто, кроме него, может закончить начатое? Кто, кроме него, может управлять нашей большой необъятной страной? Никто, кроме него, этого сделать не может. Потому что только он должен начать, закончить начатое дело. И человека я не вижу, ну, большего ума, можно сказать, умища, талантища. Это только он может это все сделать, закончить начатое дело. Да. И мы рады, что он будет. Я в данном случае тоже, и многие другие придерживаются моего мнения. Владимир Владимирович просто обязан идти на следующий срок, потому что ему альтернативы нет. Я ему доверяю. Обязательно на следующие выборы должен пройти Владимир Владимирович Путин. Потому что он постоянно дает поддержку и многодетным, и пенсионерам, и военным. Помогает развивать страну. Альтернативы в данный момент в нашем государстве нет. Но я считаю, что кроме Путина некого поставить, потому что он человек ответственный, он такой внимательный, он и детей, и военных, и всех поддерживает, помогает. Поэтому я считаю, лучшего нету президента. Мы считаем, что это наш первый защитник, который ведет нашу страну только в положительной стороне. Всегда помогает людям и старшего поколения, и младших. Так что мы всегда за него. Пусть он живет долго, и пусть его еще несколько лет избирают. И ему главное крепкого здоровья. Поищи-ка по всему миру такого человека, как наш Путин. И фиг не найдешь.